Приветствую всех на канале. Коротко о главном или интересном. В Лимане после выборов на пешеходных переходах во многих местах были установлены такие интересные, прикольные, яркие человечки. А главное, очень полезные. Жители города были, скорее всего, им очень рады, так как в городе уже давно все идеально и вот не хватало только их. Из источников интернета мы видим, что на них было выделено 150 тысяч из городского бюджета. Прорадовали жителей они меньше месяца и их демонтировали. Вот мы видим то же место, но тут уже ничего нет. Сколько ушло средств на демонтаж, неизвестно. Вот мы видим, что от него осталось. Только след от крепления. Оставайтесь на канале, и в ближайшее время я расскажу, почему высохло Лиманское озеро. Почему упал уровень воды в озерах и колодцах района. До новых встреч!